словом «сян», да, или «мечта», я думаю, что это какое-то такое вот очень глубинное желание, идущее глубоко-глубоко изнутри, и то, о котором ты всегда думаешь, то есть оно всегда с тобой в сердце, ведь не зря в иероглифе «сян» есть сердце, да. Всегда это свет в твоем, так скажем, сердце, да, мечтой с детства было именно обучение в Московском университете имени Ломоносова. Я родилась и выросла в маленьком городе на юге России. Это Ростовская область, город Волгодонск. Я всегда хорошо училась, но и никогда не была даже в Москве. Не бывала ни в других странах, ни в других городах. И моей мечтой было поступить в Московский государственный университет. Но это казалось такой несбыточной, далекой-далекой мечтой, потому что я видела главное здание МГУ только на картинках, я видела его по телевизору, и всякий раз, когда я смотрела на изображение главного здания Сталинской высотки Московского университета, у меня все сжималось внутри, и очень-очень хотелось однажды стать студенткой этого университета. Каждый человек, он в некоторой степени творец своей судьбы, потому что мечтать, безусловно, нужно. То есть обязательно нужно прикладывать усилия и делать некоторые шаги в достижении своей цели. Это некий вот такая вот путеводная звезда, твоя мечта, которая тебя ведет по некому избранному, выбранному пути, который придает тебе силы справляться с различными сложностями, которые, безусловно, в жизни любого человека встречаются. Какие-то сложности, трудности, какие-то перипетии судьбы. Но мечта – это тот свет в сердце, который позволяет двигаться дальше. Но если сам человек не будет настойчив в движении к своей мечте, то она, скорее всего, не реализуется. То есть обязательно. Кажется, что мечта должна быть у каждого человека. И, наверное, где-то в глубине души она есть у каждого человека. Просто очень многие люди на этой земле, да, они настолько погружены в ежедневную суету, в ежедневные проблемы, в ежедневное решение каких-то задач. А мечта – это все-таки что-то такое воздушное, да, что-то такое нетяжелое. Люди такие вот несколько как бы погруженные, может быть, в какие-то, ну, сложные ситуации, да, и так далее. А может быть, вот у таких людей и нет мечты. Но как только они заимеют мечту, остановятся, подумают, и у них появится мечта, я думаю, что и жизнь всегда изменится к лучшему. Что мечта меняет жизнь к лучшему. Счастливые люди, они имеют мечту.